Проект формирования комфортной городской среды выходит на финишную прямую. В среду представители общественного совета при администрации города обсудили поданные ивановцами заявки. Напомним, в течение месяца, начиная с 28 апреля, жители города могли предоставить в мэрию пакет документов на благоустройство своей придомовой территории. Средства на работы будут выделены из федерального бюджета. Поскольку финансы ограничены, жителям предлагалось поторопиться. Заявки продумать, обязательно принять их на общем собрании дома, разработать эскизный проект. Как должен будет выглядеть отремонтированный двор? За эти 30 дней к нам поступило 105 заявок. Во время проведения сбора заявок администрации города Иваново неоднократно проводились совещания с представителями управляющих компаний. Они проводились с целью разъяснения управляющим компаниям самого принципа программы, что, какие необходимо виды работ предусматривать. Жители предлагали на своих дворовых территориях уложить новый асфальт, установить детские игровые и спортивные площадки и многое другое. Дворовые территории принимали решение о действительно комплексном благоустройстве. Люди не хотят просто видеть, некоторые наоборот хотят видеть только асфальтировку, а некоторые хотят видеть и установку шлагбаумов, освещение, и озеленение, и обязательно кронирование деревьев. Очень популярным было это устройство дополнительных парковочных мест. Специальная комиссия рассчитала баллы согласно утвержденным критериям оценки заявок и присвоила им порядковые номера. Количество баллов зависит от возраста многоквартирного дома. Чем дольше срок эксплуатации здания, тем больше число баллов. Также зависит от желания и возможности жителей софинансировать ремонтные работы. Если многоквартирные дома принимали решение, что они готовы софинансировать работы более 1%, то начислялось им 10 баллов. Данный критерий имеет три вида. Это от 0,5% до 1% и выше 1%. Да, он учитывался. Из 105 заявок порядковые номера получили 83. Остальных кандидатов конкурсная комиссия отправила дорабатывать проекты. Ранжированный список адресов вы видите на экране. Есть предложение участникам отбора, не вошедшим непосредственно в программу 2017 года, предусмотреть приоритет по реализации данной программы в будущем году. Теперь специалисты подсчитают, сколько средств необходимо на ремонт каждого двора, проведут госэкспертизу. После определят, на какие дворы средств хватит. Разделить предстоит 57 миллионов рублей. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново.